В органном зале Башкирской государственной филармонии завершился благотворительный концертный тур молодого кларнетиста Артура Назиуллина. В Кумертау, Учалах, Салавате и Стерлитамаке он выступил в сопровождении пианистки Майи Мухамадеевой, а в Уфе в составе Light Trio. Я эксклюзивный солист Московской филармонии, а также имею контракт с таким очень интересным агентством «Империя музыки». В общем, арт-директор фонда культурных программ Дунаевского, который как раз-таки сделал нам аранжировочку Максима Исааковича к своему фильму «Три мушкетера». В общем, стараемся. Я очень рад приехать в Уфу. Я считаю, что это прекрасная идея, благотворительная акция, которую организовал Артур. Вот, и мы всячески ее поддерживаем и будем это делать всегда, когда это будет происходить в вашем городе. Вы знаете, что Денис Леонидович Мацуев часто включает какие-то джазовые композиции в свои программы. Я с ним полностью согласен в этом. Мне кажется, что академический репертуар нужно расширять в разных направлениях. Реклама была, и показали кусочек. Мне это очень понравилось. Я же коллега тоже, тем более папу знаю его. Я жду прекрасный вечер. Надеюсь, что действительно ожидания не обманутся. И приятное общение с своими коллегами, которые, в общем-то, меня и пригласили на этот вечер. В общем, это была моя идея, но объединил Максим Исаакович Дунаевский также. В общем, это под его инициативой вот так все получилось. С Артуром мы уже сотрудничаем лет 6-7, и с Жерардом тоже сотрудничаем. Ну, мы всегда рады встречаться, для нас это скорее не работа, а скорее праздник. Мы всегда встречаемся и открываем что-то новое для себя. Тур полностью благотворительный, то бишь я все средства, собранные с концертов и привлеченные средства меценатов, отдаю детским музыкальным учреждениям образовательным. К сегодняшнему дню собрано 160 тысяч, которые мы передаем для талантливых детишек Башкортостана. В каждом из концертов участвовали 3-4 номера местных звездочек, что мне было очень приятно. Я услышал талантливых детишек. Надеюсь, что я своим туром и дальнейшими отношениями смогу привлечь именно директоров крупных предприятий, ведь Башкортостан славится своим бизнесом, в культуру, потому что культуру надо поддерживать. Культура – это все наше, вы прекрасно это знаете. Благотворительный концертный тур Артура Назиуллина завершился. Время подводить итоги. Владислав Самойлов, Андрей Ласыгин, Александр Кузнецов, телеканал ЮТВ.